Вестибюль, цепляемся. Ух. Дайте ребаф по луку. Так, даем ребаф, ребята. Приста баф дал. Так, здесь вот. Не надо в бан. Давайте сразу всех зальем. А нахуй я? Давай я бан сдаю. Давайте. Ну вот одному дали, хватит. Так, добро. Так, АДКшник, сейчас тебе придется спекнуться в танка. Ну, на боссе. Да, 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 я понял. Да. Будем Хэйми убивать. Сможем, видишь, мы робота убили. Он у меня на той неделе, мы робота убили не в ХМ. А что не сможем? Сможем, конечно. Мы робота убили не в ХМ, да, про собрание. Мы убили робота не в ХМ, но зато убили с первого раза собрание на ХМ. Убили-то наконец. А ну изи вообще. Да, там просто. Ничего трудного. Двадцать пять тел это одно. У нас 10. Так, разбань, пожалуйста, лок вот этого голема. Так, чертеж я пока себе, потому что один человечек отошел. Сейчас он придет, и я разрулю. Так, не роняем рейд, не роняем. Так, отлично. Так, сейчас аккуратно. Вот этого вот большого притяни. А, он сам прыгнет. И бьем только его. Ну, нормально, на ТПС должна, намного чего хватит. Отлично. Ну, ходера мы в КМ закроем. Потом, Торима, блядь, тоже. Торима тоже. Ну, много чего закроем, вот Мимирон не знаю. Да, не-не, Мимирона мы не закроем. Ну да. Мимирона в обычке мы сделаем, а следующего после мы тоже в КМ закроем. Генерал Изи, да, там. Да, вообще изи.
Там и весь трэш чистить не надо. Есть, ничего нету. Так, сейчас подождем друида, он отошел. Ну что, каску здесь... нормальную на 10%. А, ну это он, наверное, дал. Так, паладины, дайте ребаф по всем, сейчас нормальную каску дайте. Так, первый заливаем крест, потом идет череп, а потом самый здоровый. Все. Че, рога на крестах? Так. На кресту. Так, ДК, пока спекайся. Уже. Поли паладин. Ты будешь держать череп и большого, и себя будешь диспелить. Так, ну, а ДКшник ты будешь держать крест, потом ты притянешь себе череп, потом уже и... На столе лома мы дадим Геру, поэтому бережем ее. Так, маг. Если просьба с черепа, снимай его щит, себе забирай. Все. Ждем друида. ДКшник, а ты танком так для прикола играешь? Или как? Или как ты играешь? Че? Ну, танком серьезно играешь или по приколу? Да так он у меня есть и есть просто. А что такое? Ну, короче, тебе нужен камень, вот который красный активирует в голове метасокет. Он только один тебе должен быть. Остальные все хуяри на стамину. А смысл? Ну ты в танках что-нибудь понимаешь вообще? Нет, просто эти. Ну давай, смотри, понимаете. Смысл по-простому. 15 плюс 6 это 21, а 30 это на 9 стамины больше. На плечи смотришь? Это по-простому. Я тебя понял. Просто на стамину перехуярь и будет лучше. От стамины у тебя все зависит. Твой удар смерти зависит, захват рун. Абсолютно все зависит от стамины. Так, друид прибежал, дайте ему, пожалуйста, кулак и каску. Так, отлично. Делаю проверку на готовность, на пафы, на присутствие. Так, отлично. Сейчас играем все в крест. Да, первый крест, рога, ДК, вы крест сбиваете ему все косты. Потом играем в череп, ДК его себе забирает. И все. Паладин, который будет держать двоих. Когда будет под ними лужа, отводишь, мы туда сами забегаем. Так, отлично. Так, перебежали в эту синюю лужу. Так, про хил рейда.
Так, отлично. Нормально идем. Так, добиваем крест. ДКшник, тяни крест себе. Отлично. Так, ребята, будьте готовы. Будет зеленая лужа. Надо будет разбежаться. Так, прохил рейда, пожалуйста. Шаман хрипал, пожалуйста. Держите рейд. Рунический щит мат забирает. Отбегаем. Эх ты, йоу. Минус 3. Падаем. Я друид могу бернуть, он шаман. Он, наверное, уже умер, как он встанет? Он встанет. Еда с бэр шаману, он встал. Все, падаем. Просил. Ясно. Давай я СС сейчас покормим. Следующий трай, да? Да, мы в хэйме. Возможно, здесь хила недостаточно. Да не, все нормально. Это просто уже, короче, слишком плотно мы стояли. Все. Ну да. Тоже перед тем, как быть. Если у тебя есть анонс зеленой лужи, ты говоришь, что сейчас будет зеленая лужа, просто ну там рейнджи взяли 10 друг от друга. Так, ребят, подчинитесь кому надо. Сейчас покушаем рыбу. И давай я СС на кого-нибудь кину. На кого, скажите? Сейчас. Шаман, у тебя же крест есть, если что, встать. Дай шаману. Каком? А, один шаман, блядь. Да, у нас один шаман. Так, дали фул баф. Рыба стоит. Поставил. Вот она. Кушаем. Так, шаман, будь добр, поставь тотем от природы. Так, проверяю готовность. Делаем все так же. Сейчас, после убийства первого, держим рейндж друг от друга побольше. Да не, у тебя анонсит зеленую лужу? Я ее что? Не вижу, у меня нету зеленой. Все понял. Ну да, тогда рейндж берем. Так, танки по готовности можете пулять. Сейчас в крест играем, ребята. Так, отведи его, ДКшник, из этой лужи. Отлично. Все встаем в синюю, больше дамага. Косты, ребят, сбиваем, рога, ДК, шаман. Я на ПД все было. Вот еще каст, отлично.
По идее, танк его должен развернуть от этого и сам выйти. Так, 400 тонн, добиваем. Так, добиваем. Так, отведите большого. Так, отлично. ДК забирай. Максимальный дама. Я под первую зеленую сокру дам. Там. Разбегайтесь. Синяя есть свободная, вон она. Так, подбежали в синюю руну, обошли этот зеленый круг. Дамажим. Прохил рейда, пожалуйста. У нас наполовину рейда пол хп имеет. Так, рунический щит сейчас снимаем. Разбегайтесь. Разбегаемся. Не рано. Ну ладно. Давай сокру. Все. Прохил, прохил, ребята, прохиливаем. Дали спокойствие. Так, добиваем его. Вон синяя лужа, в ней урон увеличивается. Станьте за боссом. Идем за боссом. Сейчас массовый прохил дали. Сейчас никто не должен умирать. Дали Геру. Геру дали, выхилили. Максимальный дамаг. Максимальный хил. Максимум, максимум. Давай, дай на кого упал. Я уже давал. Держимся, держимся. Никто не должен умереть. Еще немного. Отлично, очень просто. ГЦ. Так, с первым мы забираем. Ресните. Так, ресните, пожалуйста, павшего. Так, давайте самого вкусного. Диск к архиву ролят все. Так, 86 это Энкет. 89 безмолвие. Безмолвие раз. Два. Там, когда 5. Три. Все. Отдаю безмолвию. Он дает квест там, если выполнишь, сможешь мотку какую-то залутать. Так. Когда ты его выполнишь, да. Кожаный пояс на выносливость, интеллект, дух, на сову вроде пойдет, скорость, сила заклинаний. Так, Фэмили, ну ты у нас один такой, ты забираешь. Фэмили. Так, платные сапоги. Крит меткость. Энкет. Энкет раз, два, три. Энкет забирает. Кольцо. Ловкость, выносливость, интеллект. Но оно хантовское. Энфовское. Непонятно. Ну, может, кому надо. С двумя сокетами. А, это голова кольчужная. Чё? Фу, я фигню говорю. Я... Так. Будем как играть? Через руку? Будем через тело играть, не будем через руку. Так, давайте по новой. Голова кольчужная. Надо кому? Это не кольцо, просто выглядит как кольцо. Так, ладно, на распыл тогда ролим. Так, блура. Так, блура. Блура раз, два, три. Все, ты забираешь. Все, бежим. Чистим трэш. Что за?
Так, танки, начинайте пулять. Трэш. Чистим. Так, а пока все здесь, выпал недавно чертеж, кому из ювелиров, кому надо, рольте. Так, бону. Ролим кому надо, то есть. Так, я у меня есть. Дал массакру, залейте сначала большого, потом разраливать будете. И диспельте. Буду тоже массакру давать. Просил, ребят, просил. Там его ремонтники хилят, если что, можно их попробовать слить. И обязательно диспойте или сдохнем. Я же говорю, диспойте. Какой забили или что? По приколу, да. Вон ремонтник, блять, добейте его, 20 тысяч хп, блять. Теперь большого. Все, можно разбанить второго. А, нет. Ну да, нормально. Даем массовый рыба, кто умирал. Так, ребята, играем через тело по команде, свечимся в правую руку. Это та, что слева сейчас от нас. Не, рыбу потом. Что на два человека давать? Дай мне еще, товарищ, бону кулак и дать еще интеллект. Бону. Так, отлично. Играем мы через тело. Танк по готовности пуляй. Бону кулак. По войду. Так, когда будет луч, не ведите его в рейд, пробегайте сзади, не через рейд. Так, прохиливаем.
Так, руку свитнулись. Руку бьем. Руку, почему только я бью ее? Пацаны, она сейчас там стоп. Все, ребята, все, бьем дальше тело, дальше тело. Так, быстро в руку свичнулись. Руку бьем. Много я слишком хп снимаю. Все, не бьем руку, не бьем. Выбили. Ребята, в руку сыграли. По руку не бьем. Так, в руку светились. Все, в тело. Да все, можно руку добивать. Давайте руку. Забиваем руку. Он умрет. Ой, сука, все уже не умрет. Все, изи босс. Говно лут, сука. Да, не повезло. Так, давайте шея на танка, кому надо. Прямо не надо танка, только шея. Давайте сразу туда. На раз плыву. На уголовно посмотрим, как там. Хватит, не хватит. Так, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7 забирает. Отведите их, там второй танк отведи, там второй. Не надо ничего отводить. Да. Плечи. Да. Латные на танка. Плечи два танка. Посмотрите, вам надо такие плечи или нет. Не зовут. Так, энкет, энкет раз. Энкет два. Три. Все, энкет забирает плечи. Формула чар, отведение удара, роллин. Загогулина. Все, больше никому надо. Загогулина раз, загогулина два, три, все, загогулина забираю. Там бейте у того, у которого хп больше, их одновременно надо убивать. Так, загогулина, все, отлично. Сейчас убиваем кошатницу. Так. Нормально идем. Так, а свичность у того, у кого 300, короче, дофига хп свичность. Бонна, у тебя фулл мана, выйди отсюда. Отлично. Сферка там появилась. О, да нет. Так, ребята, куда мы? Давайте назад. Вот сюда вот встанем. В зеленый будем стоять. Так. Так, пока она идет, рибаф никому не нужен, никто не убирал.
Так, ребят, сначала играем по кошкам, сразу их заливаем, потом мочим ее от Герой. Поставлю сейчас метку. Так, если она разольет здесь лужу, мы перейдем туда, в крест. Если потом будет в кресте, перейдем в оранжевую. Если уже будет настолько плохо, потом перейдем вот сюда. Вон там толпы трепета, блядь. Так. Переставлю. А, не успел. Так, котов сначала. Станьте кучнее, чтобы коты не прыгали. Бьем котов. Заливаем котов. Заливаем, заливаем. Последний. Так, свичнулись в нее, дали Геру. Так, шаман, поставь сейчас тотем трепета. Вот прямо сейчас ставь. Все, отлично. Геру, шаман. Геру. Максимальный дамаг в нее. Прокиливаем. Так, безмолвие умер. Синий, дай бы по безмолвию. Вот та сука. Так, свечную теперь. Так, кота убиваем. Да, убей кота, все резвуешь. Так, перебежали в крест. Так, прохиливаем, прохиливаем. Так. Дайте БР по шаману. Я на лопу давал. Отлично. Давайте не будем обращать внимание на кота, давайте добьем. Мало осталось. Ничего с нами не случится. Конечно, не случится, когда он на том. Отлично. Так, вот это три неинтересно, что она делает. Тут атакующие заклинания, на РДД. Да, заебато. Да, это на РДД. Это РДД. Скорость атаки. Скорость атаки. Да-да-да, РДД. Ладно. Нагрудник, тканевый, меткость, крит, силу заклинаний. Я тоже пароля. Типа... Так, ладно, я себе заберу. Так. Триня. Ролим. А кому это только фантуфы? Или роги? Я не знаю, она как-то странно. Тут скорость атаки повышается. Тут ваше атакующее заклинание, я не понимаю. А че вы все сдохли? Не хилить надо. Ну, если атакующее заклинание... По-моему, на РДДшников, как я помню. Да, давайте, бегите, типа, тут еще вы разлеглись.
Так, это на ДД. Это атаки ближнего и дальнего. А тут у нас... Это ну это, да, это РДД. Так, кто нас ролил? Безмолвие. Я. Так, кто там выкинул много? Фэмили... Так, где ты, Фэмили? Так, Фэмили, раз, два, три. Забираешь. Забивайте, раз, что. Все. Отлично. Идем дальше. Сейчас Хадир Изи упадет в Хэйме, просто ляжет спать. Лицом в снег. Так, прошу, на сугробы не наступаем. Обходите. Вот это лишний трэш, он нам не нужен. Так, если что, Энкит. Это от ИВДД. Там, ну, кто она будет работать? Я не знаю, как она работает. Сейчас проверю. Я не знаю. Мне говорили, что это на РДД, там на локах хорошо. Так, по большому сейчас сыграли. Ну дает нормально. О. Вы два сугроба сагрили, чё? Ну, у вас вообще что ли? Да нет, шаман просто. Сведите их все сюда в одну кучу. Идите к танку. Все к танку, все в миле к танку, а уе заливаем. Живем как хотим. Заливаем АУЕ. С них, с этих все равно ничего не падает, пофиксили уже давно. Дальше лук нет, падает. Мутки падают, по-моему, за мной. На прошлом ТД, по-моему, до 19 падает. РДД плащ. Не знаю. Так. Все, идем дальше. Давайте не будем никого тут, наверное, обходить. Так, он сейчас уйдет туда. А, он по кругу уходит. Да забираем обоих, я одного за... Так, танки вперед. По сугробу быстрее будет. Так, по сугробу, ребят, танки по сугробу. Вот сейчас все по сугробу обошли вот так вот. И бежим прямо. Сейчас просто прямо бежим. Бежим, бежим. Не будем. Танк лови вот этих вот, да. И сейчас все в миле зону стали. Все в миле. И заливаем. Рахиливаем. И все. Так, сейчас тут лужа. Почистили, нам больше ничего не будет мешать. Отлично. Так, здесь я сейчас ставлю рыбу. Так. Убиваем в Хэме. Вот три справа глыбы, которые стоят, их разбиваем. На ком будет грозовая туча, пробежаться по рейду. Это баф. Далее, РДДшники стоят. Сейчас. РДД, вы будете стоять в столб света, он будет такой прям заметный такой столб, в него стоите, добавляет хосту. Как первый столб появляется, даем Геру. Далее, когда он делает так, чтобы два больших, появляется два больших круга, из них сначала мы выбегаем, потом они падают, появляются сугробы, в них забегаем. Это сейф-зона. Все. Так, Гера 2 минуты. Да, давайте подождем чуть-чуть Геру. Сейчас откатится. Чуть-чуть, 15 дней хорош. Зачем? Че? 15 дней. Ну ты релогнись, Олимпи.
Левогнись пока. Выйди с игры, зайди заново. Все, она у тебя откажется. Олимпий, шаман, прием. Сейчас здесь, не здесь. Может, он уже релогает. Возможно. Шаман, ты где? Алло. Прием. Дай знак, связь, звук. Все, во, отлично. Сейчас он ревогнется. Так, за 3 минуты мы его убьем. Дживс кому надо, подчинились. Коллеги купить, не знаю, там еще что-то. А. Нормально идет, да. Мне нравится. Да, пока он релогается, сходите там в туалет быстренько и обратно. В Ульде 1 час 20 минут. Нормально уже. Нормально так. Поддержка. Посох, посох, посох. Вот бы упал посох. Так, давайте я сейчас сделаю проверку, чтобы узнать, кто здесь, кто не здесь. Так, так. Так, отошла за Гагулина, Бура, Бруно. Так, Бура здесь. Так, без мобили. Так, ну пока подождем. Чего у вас за гильдия? Не трогайся еще. Это гильдия, там ДКП лут, короче. Меня оттуда кикнули. ДКП? Ну, типа, идешь там... ДКП. Типа, понял. Закрытого. Что там, 25-ки ходят у льдов? Только ее и ходят. Ну еще десятку. Все. Так, еще раз сделаю. Карт, его сколько? 6. Так, все здесь, отлично. Сейчас танк, ты подходишь к боссу, мы сейчас разрушаем вот эти первые 3 справа и отлично, поехали. Так, разрушаем очень быстро. Все, в босса играем. Так, ребята, прошу двигаться, прыгать, бегать. Не, у вас стаки накапывают, и они больно бьют. Так, туча грозовая раздала всем бафы. Всем бафы раздала. Пробегала. Отлично. Так, РДДшники, столб света, Геру дали. Так, ушли отсюда здесь, это падает. Грозовая туча, отлично.
Тогда двигаемся, становимся в луч света, дамажим. Так, отлично. Отошли, сейчас будут падать глыбы. Так, готовимся. Прохил, Рейда, прохил, прохил. Сбегаемся в эти кружки, сбегаемся, сбегаемся, сбегаемся. Так, разрушили глыбы, которые появились. Так, даю гимн, рушите, разрушайте. Давай, разбойник. Рыбак, разбойник. Дайте ему точно каску, кулак, быстренько. Столбы света стоим. Так, ребят, не падаем, прошу. Лоб мертвый лежит, если что. Так, подождите. Включили, да? Быстро убить. Подождите, мне... А, еще я умер. Так, держитесь. Отлично, глыбы разрушайте. Прыгайте, бегайте. Так, у него 19%, нормально. У нас еще 2 минуты. ПДД в столбах света. Отлично. Прохил Рейда не роняйте. Грозовую тучу раздайте. 10%, давайте живите, прожмитесь там. Так, отбежали от этих больших. Сбежались обратно. Сейчас на глыбы не обращайте внимания. Так, бейте босса, добивайте. Все, ресните, пожалуйста, павших. Спасибо. А он исчез. Тут у нас наебал. Там еще 1.5 минуты как-то оставалось. Наебали нас. Пиздец, блять. Куда он делся? Не понял. Получается, в обычке закрыли или что? Получается. Да, похоже. А. ДБ написал то, что 1.5 минуты еще спокойно есть. Наебал ДБ. Классно. Пиздец, блять. Чё, пацаны, на фул получается? У меня было 1.5 минуты еще, что-то я не понял. Не, мы когда его увидели, ящик еще стоял, пока на вот начали резать. Он исчез, он прямо перед моими глазами просто исчез. Да-да. Так, лук. У нас лук, наверное, никто не носит, но не знаю. Давай ГМу напишем, что за хуйня, нихуя себе. Давайте себе напишем просто, вот, эскейп. Да-да-да-да. Че, ебанулись, сделать вам нечего. Так, давайте, лук, кому надо? Лура. Раз, два. Так, даю. Так, давайте вкусные штаны, воин, охотник, шаман, ролим. Так, у нас нет ни воина, ни охотника. Слышь. Так, Олимпий. За спину встань, Марк. Так, мы там напишите ГМу, может они помогут. С чем вам помочь? По времени мы не успели. Как не успели? Так очень просто. Да? Не-не-не, мы все успели. Он же как, должен подбежать к ящику? Правильно? Нет. Значит, я что-то лох. Он кидает в него молотком. Но он же не кидался.
Значит, не заметил. Мы не успели, мы очень долго били. Так ДБМ показывал еще полторы минуты. ДБМ там... наебал. Как-то да, наверное, ДБМ если... нас наебал. Не только у меня, еще у Сенпая, Релла. Значит, и Реллов наебал ДБМ. Вон в бану тоже упал. Аф появился, да, ты решил взглянуть? Ну чё, появился? Ну, почти. Почти. Пиши, ну просто у меня мне было. Уже ГМ ответил. Чё ответил? Здорово. Прикольно. А у кого-нибудь нету достижений, то что типа ХМ закрытие дела? Или у всех есть? Давайте, пока у лестницы стоим, давайте. После Хадира, когда мы убили, вам дали от чего? Типа убить его в героическом режиме. Не, может у кого-то нету, я. Вот из тех, кто присутствует. Мы походу, короче, это обычки. Мне вот только такую. Я же сказал, что вы в обычке закрыли. Чего вы ебетесь? Да вот в обычке в обычке, да. Не может быть такого, что. Давайте ребафы, погнали. Давай этого без. А чё, он же легкий. Блять, да все равно все здесь полежим, блядь. Так, чё, там, то есть, этого пункта. Не ляжем, все нормально будет. Ну ладно. Так, пока рыбакаемся, кушаем, сейчас я буду назначать. А чё там, просто по комнате бежишь? Ну это надо еще быстро сделать, чтобы фрейм закрыть. Ну да, так, сюда. Ну там лучше миликов. Да, там милики, да. Так, Сими пойдет в туннель, Энкет пойдет в туннель, Разбойник пойдет в туннель, Паладин Хапал пойдет в туннель. Подождите, зачем? Зачем туда милики, когда туда РДДшники идут? Здесь на арене сбивают каст и дают замедление каста заклинаний. Если в одного танка ДКшник, как вместо танка здесь будет на арене, с Рогой, со всей этой хуйней. Комнату я пойду, шаман, здесь на арене оставайся, косты будешь сбивать.
Рис диспелли тоже оставайся на арене. Сова, маг, лоб, протопал и хэпал пошли в кишку. Мне тут тогда получается оставаться танком, да? Сова, маг, лоб. Тебе не надо быть в танке, тебе надо быть в ДД. Тут нахуй второй танк не нужен. Понял, сейчас обратно спекну. Сова, маг, лок пойдут со мной бить в коридоре мобов с хэпалом. Остальные... Нафига там лучше милики в той комнате? С чего ты взял? Пароль, я не знаю, решите. Блядь, да мне похуй, давай, поехали. Нет. Мы пока будем кастовать, пока я нет. Тебе объяснил русским языком. В комнате кидает босс молот, он замедляет каст. Избивают обыватели каст. Кастеры здесь залупа в комнате. Тем более они стоят все в одной. Они будут медленно кастовать, они будут сбивать каст. Они нахуй на арене не нужны. Что еще непонятно? Милики, ШП, Эршам на арене остаются. И все будет охуенно. Так, делаю проверку на готовность. Так, я это, в той комнате проговорите там, направо, налево, куда бегать. Кто там сможет? Так, да, сова, готовься открывать, назначенные люди, маг, лок. А это, Хпал, у тебя ты случайно не записываешь? Кто-кто? Хпал, может у тебя демка есть насчет ДБМа? Я записываю, что? У тебя ДБМ показывал на Хадере, сколько оставалось? Все показывал. Ты можешь... пересмотреть, чтоб точно там, сколько осталось секунд. Но вы, что это? Давай потом. Ну, после босса. Так, кто в комнате, сможете прорелить там, куда вам бежать? Он так ляжем просто. Прикол. Лево. Лево. В первую очередь кастера бей. Право. Все, здесь остаемся пока. Налево. Направо. За спинами вставайте. Кастера в первую очередь убивайте. Быстрее, быстрее. Большого быстрее. Так, ребят, у вас есть 44 секунды. Когда будете напрямую к боссу, бегите по правой стороне, не бегите посередине. Тридцать секунд. Все успеваем нормально. Так, сейчас. Сейчас, ребят, держим рейндж 10.
Так, разбежались. Дали Геру. Максимальный дамаг. Так, прохиливаем больше дамага. Так, а почему? Заебись. Думал, что далеко отбежал. Дальше отбегай. Так, Сим, если есть БР, безмолвие, пожалуйста. БРный. Где твой труп, Блох? За шаман. Так, отошли от этой линии, отошли, она бьет больно очень. Прибахните лоб. Так, дать ему каску, точечно. Дамажим, дамажим, дамажим. Мало ДПСа, больше. Ну и не понимаете, не пьяса сам, да? Колонна заряжает босса. Потом босс в сторону, которую колонна его заряжала, кидает на треть комнаты разряд. Вы что, не понимаете этой хуйни или что будет? Сова, дай и БР по. Уже ничего не надо. Какой БР? Вы пришли, вы не понимаете тактику или что вы пришли? Короче, у кого там демка была? Посмотрите, сколько у вас на ДБМ секунд осталось. И что это даст? Если там на 3.90, то что-то нам ответит. Если нет, то дали увы.